Федеральная миграционная служба Российской Федерации запретила въезд на территорию страны 25 тысячам украинцев. Вследствие бездействия отечественных властей, тысячи людей оказались в трудной ситуации. Украинский выбор начал разработку предложений нормативно-правового характера для оперативного и эффективного решения возникших проблем. Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук 12 декабря провел встречу с руководителем Федеральной миграционной службы России Константином Рамадановским. Напомним, в Российской Федерации работает около 3 миллионов наших граждан, которым необходима гарантированная защита их прав и интересов. И «Украинский выбор» берется за решение этой задачи. Мы будем помогать нашим гражданам не словом, а делом.